Ну, короче, это, что, если, ну, покупателя не будет, что, можно я заберу эту хуйню? Ты такие истории рассказал? Шестерне О, хочется найти этого не, он халявщика есть. одевать. Достопнуть, да, череду успехов, нахуй. Да в смысле, чего? Я говорю, я уже, наверное, на этого лука пару месяцев ничего не надевал. Фарада, Миш, ты тут? Да. Тебя спрашивают. Чего? Кончик тут? Сколько вот эта палка основа стоит? Он просто выключился сам. Дай ассистов на войдов. Я тут написал. Стоя палка стоит. А? 20 тысяч я последний раз продавал. Ши 25, да и все. Как китайцы делают, а потом сторгуешься. Слушай, если у китайца купить и не сторговаться, это вообще грех, нахуй. Сейчас за 40 уже очень дорого это. Да у них вся фишка, они же специально так делают. Ты спонтов думаешь, что ты торгуешь, на самом деле там все такое задумано. Да, конечно, там в сумке вообще все копейки стоят. Но... Все, разминируем. Че, нашел покупателя, да? Ну, он ну, им почек купил. Будет покупать, да? Сука, Лока, череда удач закончилась. Да. Короче, развлекайтесь до 3 часов. Развлекайтесь до 3 часов. Потом ты нам все веселье окончишь. Я сегодня до 6, блядь, с Библом качался. Где? На X3? Да, паладина, блядь, против. Там же должны быть все роги и коты, чтобы под тишка убивать. Качался паладином против. Знаешь, что делал? Даешь все. Лужу и не умираешь. Не, все на вынос, все на вынос. Забегаешь, блядь, в пак трэша. Тебе трэш через ауру. Ну, типа, тычки сделал, Библ дал град стрел, все, у меня левел. Быстро качались. Подожди, а Библ какого уровня? 10-го. Какого? 80-го. Нихуя себе он. Уже 80-го он там? Да. Ебать. Бля, ну как же так времени на 2 сервера играть? Тут на 1-то не хватает. Еще, блядь, ники мои заняли, пидоры. Кого заняли? Ники мои заняли. Не, я свой ник забил, как только сервер создали. Блядь, вот у меня английский свободен, а русский занят. Так, чё, где япончик? Лопнулся? Да я же говорю, у меня комп самопроизвольно выключился, я захожу. Понятно. Не, просто я к тому, что кто там продает или не продает, так и не понял. Чё нам, блин, делать? Нам целкайт закрывать или там чё, блядь? Бедный человек. Сказал же Лёха вчера на... Ну, ХМ, потом мог сказал, что... Сейчас гилд до 3 часов курите. Что курить-то, блядь? Я так и не... Что дает вообще курить? Или что? Там бедный этот человек, он думает, что за 15 тысяч он купит, но он не купит за 15 тысяч, потому что Муфарад говорит минимум за 20. Вы ему еще там 25 называете, у него сейчас просто расползутся эти глаза в разные... Ну, просто я продал за 20, и человек был согласен. Как бы раньше ее и за 40 продавали, и все были согласны. Не, ну-то ценник-то ж есть какой-то, какой ценник? Ценник, ты в 5-й группе. А, нет, все, окей. Скажем так, ниже 10. Япончик возьмет он.
скилл у тебя раскинул там. Я вижу, да. Лёха, чё ты это... Лока забил, что ли? Тоже есть. Ты двумя будешь? Паладином. Сейчас мы тейнер разольем. Включи облик дерева. Сколько маны у тебя там. Иннер по мосе дайте. Ну, цинь дай тоже. О, вот и все. Чек на пул. Сейчас. Носа. Ну, кстати, вот когда все докачаемся, можно будет неплохую РБКшку. Только хила надо найти. Все, чек на пул. Все готовы, да я чё. Сова наша костыль. Она на жердочке просто. Там вот шип сбейте, пожалуйста. Можно шип забить сейчас. Не могу. Последний сломайте. Япончик, дай пати ему. Сейчас дам. А вы чё шипы не бьёте? Чё за халтура-то? Просто рогов нету в Т5. Охуевшие. Вихрь твой на что? Ты чё, я один что ли должен бить их? Врасков танка. Термин, будешь забирать за ГП? У него собычки вроде как. У него собычки. Да это мусорная пушка, ты уверен? Термион. Выделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Просто тебе за нее давать 1556 ГП, это жопа. Это что за пушка? ПВПшная. А с кем ему ролить? Тут же мод на ТД никому не нужен на палос. Кроме того... Задумайтесь над нелепостью их строения.
вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Подожди, три танка, что ли, надо? Да. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Откажется повиноваться. Будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Там, по-моему, квест на чем квест на танке. А, нихуя, 84 тысячи лава, прикинь, кританула сейчас. Охуеть. Кому не будет плюс чат? Еще раз, кому что этот босс? Что там, твой покупатель нашелся? Да. Луцинь слева, Враска воет справа. На боссе Враска с Луцинем, я на трэше на второй фазе. Леха, значит, Враска первый забирает. Ну, кто из вас наберет первый, тот и будет. Кто-то из вас по-любому заберет вас теперь. Чего в центр, да надо или куда? Че там вагахант, надо сюда, да? Слушайте, че там? Вага. Ну так, чтобы суммонить ханта, надо грин персика сначала портал поставить. Если он восьмой пати. Маги, портал. Япончик, это у тебя. Фон? А ты там чем-то дёргаешь микрофон. И бонькает опять. Ничего страшного. Сейчас не должен. А рыба была? Что на ребре, говорят, была? Вот стоит. Поставил рыбу. Женек, Мэнни.
двух сторон сразу не выдаешь. Надо же заканчивать. Женёк, ковер. Сложи потихонечку. Ты чё там, да? Яка. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Контроль 5 секунд. Ты не в силах противиться моей воле. Что-то справа трэш вообще не бьют. Носа дашь помять? Я уже поднял. Трэш следующий вышел. Справа трэш убейте, вот тут уже два пака. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Ты не в силах противиться моей воле. Контроль, контроль. Череп поставил, моба бьем. Великий. Тут неуязвимый. РДД. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Слева моб, которого РДД могут бить. Зелину поднимаю. Довольно! Пришла пора взять все в свои руки! 12 мобов. Прохил. Прохил, убейте трэш. Давай массакру в раз. Тимыч, подними Термиона. РДД, доиграйте по двум. Он босса забрали? Да, Утин забрал. Сейчас в трэш повернитесь и убейте трэш сначала. Весь рейд играет в трэш. И от духов бегите. Вот еще мобы стоят, добейте. Духи, бежим. Помощники. Следующий трэш вы. Тех добейте у лестницы. Подними Розелину. Уже поднимал. Кота в контроль. Духи, духи. Не спал. Забирай потихоньку. Нет, сон. Раск. Ты забил даун, блядь. Так, топи, крылья вруби там. Так заберу, куда сейчас придет Агронис. Души. Милики в трэш подошли бить. Ставлю череп. Ставлю квадрат. Все милики, весь рейд, подходите сюда и бейте. Духи. Милизона. Квадрат, потом череп. Следующий трэш вышел. Духи РДД. Фанатика заберите с хилов. Может череп кто-то... Ну ладно, хотя уже допить. Бьешь, у меня 5 стаков уже. Осознали бессмысленность твоих
На пульте на медведь. Дух! Прохил. Это пиздец. Вэры, у кого есть пусть Инги пока тута. Да вы чё прикалываетесь, сколько можно взрывать? Пока тут Локи поднимаем. Энги пока тут ложь. Кончика контроль. Леди, добивайте. Это жопа. Поднимайте все. Ебать, вообще дичка это происходит. Хорошо, что я не за ДД был. Чё, полукруто? Да. Нет. Да-да. Кулак выпал? Да. Не знаю, я чуть не увидел. А, нет. Я говорю, нету там осколка. Что-то пропустил. Я вообще, по-моему, в целкане не забрали. И все там? Я в ДД, да, спекаюсь, правильно? Или что? Да, прием. Да, ты в ДД.
Так, чё, кто прыгает, то встаёт. Болить? За мной зару. Чё ты в Долоране делаешь? В смысле? Шкаф дайте. Будешь покупателя сумонить. Персик, все, сумоемся. Покупатель уже вышел. Ничего, не приходи. Сейчас придет. Запускай его. Чего? Летаешь туда. Будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем. Ты на корабле? Я летаю. Окей. Вы видите, что это там вдалеке? Корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу! Не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Ты скоро поймешь! Пехота! Сержанты! Ой! Не стойте под обстрелом! Там бегает. Перелетайте на наш корабль, Луцини уже сильно пробивает. Быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Ебаные ракеты с багой. Мозер нас не слышит.
сбрасывается. Там куда полетели? Там стаки обновили. Ой, блядь. Не дождались, вот буквально 2 секунды и перелетели. Могли подождать чуть-чуть. Давай, потанчик. Я прожмусь просто. Лозер вообще в Дискорде у нас? Она ТП давает, наверное. Убирай. Что хочешь? Что, улетаем, да? Да, улетайте. Улетайте, улетайте. Да не прилетайте, сейчас он умрет. Не умрет, все нормально. Разведить надо было. Блять, серьезно? Что сегодня народ вообще не собранный? Вообще не собран. Ну, с ГПшки пораздавать, соберутся. Я бы нихуя вайпнуться на корабле. Да, бы здорово вообще. У нас какие тут хуйня когда творится. А у меня вопрос, вот мы перелетели, когда второй раз его кто-то сорвал, или ты спецом его в рейд повернул? Сорвал. Я за ним побежал, потому что это он до этого дал. Блять. У меня постоянно с моей стороны кто-то прыгал и срывал. Ну, то есть я охренею. Отбитый, сука. Так ты же его бьешь? Или не бьешь? Нет, можно я сорвать... не бью. Как можно сорвать Мурадина, когда его типа в априори никто не бьет его? Как можно его сорвать? Подожди, а почему ты его не бьешь? Потому что... А зачем? Ну, может быть, чтобы агро набирать, наверное, да? Так я набрал агро и все. Его же никто не должен бить. Нет, нет. Ну, его могут бить АУЕшкой. Его срывают не АУЕшкой, его срывают ракетой. А зачем это делать, непонятно. Ну, так может быть, ты тыкнешь один раз, и у тебя агро наберется. И так... тогда не будет такого. Ну, как ты думаешь, я это делаю? Ну, так он сорвался же все равно. Он от ракеты срывается. Всегда. Ну так ты набирай игру, как обычно, на любых боссов и все. Никогда да. Не сорвется. Да. Запускай босса. Маг, босс. Его наверху будете танчить? Мусса и пончик в ДД можете. Мусса, ты тут? Он АФК ушел, сказал. Этот мир во имя плети
и во славу короля Лича. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я да, здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Жалкий старик! Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно племя Королевича? Дайте на... Няка, Даркес. Всем похуй, паровозят босса, да. Потом ДПС по трэшу скиньте, пожалуйста. Второго, блядь, телема 4 раза пиздош. Можно там как-нибудь ДПС трэша показать? Рядом с матерью. Там какой-то скады есть, нет?